первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по фракции Дмитрий Голубков провели встречу с одинцовскими активистами «Молодой гвардии» в штабе одинцовского отделения партии на Можайском шоссе. Молодогвардейцы – постоянные участники мероприятий администрации и общественной палаты округа. Это и спортивные соревнования, и благотворительные акции, и адресная помощь нуждающимся людям. В завершении встречи парламентарии наградили нескольких волонтеров благодарственными письмами председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.